Отсюда открываются великолепные виды на Каму, но вся эта ландшафтная роскошь никак не вяжется с неказистым названием места. Здравствуйте, меня зовут Ольга Петрова. Пройдемся по Козьему загону. Ныне это сквер имени Решетникова. В год отмены крепостного права в Пермь с известием о новом указе приехал генерал-майор князь Багратион, племянник известного героя Отечественной войны 12-го года. Пермское общество в знак признательности за добрую весть постановило переименовать загон в Багратионовский сад. Но новое название не прижилось. Так и остался сквер Козьим загоном. Козий загон не пользовался популярностью у местных жителей, но после того, как здесь организовали постоянную игру оркестра, горожане изменили свое мнение. Говорят, в сквере бывали Спиранский, Короленко и даже Чехов. В 20 веке Козий загон все же переименовали в Набережный сад, а после в сквер имени писателя Федора Михайловича Решетникова. Сад украшал фонтан. Сначала он имел вид вазы, потом каменной горки, на котором возвышалась балерина. В 1985 году на месте фонтана воздвигли скульптурную композицию «Героям гражданской войны». Интересное рядом. Обратите внимание –